На муромской дорожке стояли три сосны, прощался со мной милой, а до будущей весны. Володька, вот что ты поешь? Вообще не слышно тебя. У тебя песня какая-то про деревню. А у нас сейчас выпуск про автомобили в вашем городе. У тебя есть песни про автомобили? Обязательно. Давай. Дубль 3, проход главного героя с песней. Еще немного к нам. А сейчас будет песня. Еще к нам немного. А сейчас будет песня. Еще к нам немного. И сейчас будет песня. Пошел, да? Давай. Мотор идет. Пошел. Я сажусь в свои «Жигули». Добрый день, дамы и господа. В эфире программа «Провинциал в большом городе». Вот, собственно, провинциал, большой город. Ну, где-то там, наверное. Мы будем говорить о том, что автомобиль в вашем городе уже не средство передвижения и даже не роскошь, а настоящее стихийное бедствие. Во-первых, они должны где-то ездить, уже проблема. Во-вторых, их нужно где-то ставить, их нужно как-то мыть, их нужно охранять. И все это проблема. И вот сегодня мы предложим нашему герою пожить один день в большом городе, а надо петь. А я только один куплет знаю. Вот сегодня мы предложим нашему... Художник. Если мы снимаем передачу о ходьбе по пересеченной местности, я пройду еще. Мы сейчас предложим нашему герою вот этому вот пожить один день в большом городе вместе с его, вот не побоюсь этого слова, автомобилем. Посмотрим, что из этого получится. А, дядя Вова, поедешь? Все, куда? Москву. Поеду. Сейчас. А денег дашь? Где-то в нечерноземье, где-то за 101-м километром. Здесь тоже живут люди, причем давно привыкли. И вот все то же самое они думают про нас, про городских. Вот Владимир Александрович Виноградов, типичный представитель. Местами работящий, местами не пьющий, мало зарабатывающий и от того обо всем имеющий мнение. С сермяжным взглядом на то, как жить нельзя. Каждую неделю дядя Вова отправляется навстречу большому городу, пробкам, мигалкам, развязкам, парковкам, бомбить по-русски. Столица живет в столице, жизнь в столице, деревни деревни, трава косится, машины ездятся, все. Скотина дает молоко, которое везут опять куда? В нашу любимую столицу, с ее пробками, проблемами. Еще чуть-чуть и выйдем на большак, и будет цивилизация. Ремень-то у тебя не тянет. Знаете что, товарищ, ремень не тянет. Ремень ты сделал... Ты еще в школу не ходил. Давай, щелкай. Не щелкай, оно не дотягивается. Щелкай. Ах, вот так, сиденье подвинь. А как это? Исключительно. А вдруг вырвется? Не, тут бесполезно. Тут вылетишь вместе только со стоечкой. А все, поехали. Поехали. Товарищи, дайте я проеду ради Христа. Ёпта, ну из деревни я, блядь. Ну что вы, блядь, как... Дядя Вова, ты давай по-московски, ты выкатывайся. Да выкатывайся потихоньку, он уже тебя ничего не сможет сделать. Эх, вот ты урод, блядь. Денег в очках, блядь. Слушай, братан. О, о, спасибо, брат. Вот он, тоже наш деревенский, ёпта. Блин, у тебя печка вообще не работает. У меня все работает. Нет, машина 21. Машина 21 год. Антиквариат. Епросет. Я не мог перестраивайся в правый ряд. Вот в этот. Ну я ж я правую сторону я понимаю. Ну, если так, стоять, я тебе покажу, там еще. Кто знает, у вас деревня как там? Че они не едут-то? Ну чего, ну много нас. Чего? Да? Да. Обалдеть. Давай попробуем перестроиться. Вот пропустят они нас, ни хера не пропустят. Ну, давай, может, рукой помогут. Да-да, и руку тут рвут нахер. Ну, давайте мы проедем. Ну, приехал бы к нам, особенно, я ему показал бы, как ездить. Я куда хочу, туда да и еду. Да слава богу. Хоть ли дорожка. Нервничать, не ходится мне, тебя нервничать. Да все, поцарапайте вот мне машину-то. Краска-то еще родная. Тай да ри ра рай да ди да дай да Та-дай-дай-дирадай-да-да-да-да-да. Эх,
дурдом в этом Москве, караулы. У нас как раз ехать куда хочешь, в любую сторону, без всяких пробок, без всяких VIP. Да, до магазина ты идти на первый этаж спустился, все, что надо, купил. Без всяких VIP, без всяких вот этих пальцев, распальцовки, что я круче всех. Они тут люди все. А мы крестьянами. Селяне, да? Селяне. Как они мне нравятся, знаешь, как говорят про всю страну? Регионы, на местах. Они, значит, не на месте, получается, да? Ручник, камера, начали. Вот классическая ситуация. Кутузовский проспект, пробка. Машина классика, не хочу ее обижать, классика. И не заводится. Вот балабой, ёпрст, где-то бы толкать. Это он сам с собой там разговаривает. Вообще Кутузовский проспект место уникальное, потому что главная транспортная артерия Москвы. Ну не в том смысле, что машин много, это понятно. А в том смысле, что так много уважаемых людей с мигалками, ну ни в одном месте просто не увидишь. Как говорит, лучше бы толкал. То ж так заведется-то. И вообще, дорога – это единственное место, где мы и они пересекаются. Но в том смысле, что вот мы – это народ, и они – это слуги народа. Толкай, толкай, художественный ты наш. Да ты говори у меня еще. Ты давай заводись. Балабо, натуральный. Как говорит, лучше бы делал. И вот дорога, в общем-то, нас не уравняла никак. Вот сейчас, если дядя Володя заведется, то мы попытаемся с утра в час пик проехать по Кутузовскому проспекту и посмотреть, кто первым приедет на работу, они или мы. О, завелась. По заказу прямо. О, я упарился тебя уже. Милый мой, это не у печки сидеть. О, «Летят утки» называется, сериал открывается. А? Что ты крякаешь-то? А то мы глухие, ёпрсоты, все труба. А тут трасса, ты знаешь, блатная трасса, тут ездят наши эти благодетели. Да ладно. За которых ты голосовал, между прочим. Я? А кто? Я последний раз голосовал, знаешь, куда? В 83-м году в Красной Армии. Нас привели, как баранов, сказали, взять то, кинуть вот туда, и все. Но тем не менее, И с той поры я в жизнь на выборы не ходил. Знаешь, почему? А «Единая Россия» кто победил, ты думаешь? А я откуда знаю? А я здесь при чем? Вода, вода, смотри. Панурес, дрищ. Все, поскакали. Быстрее, быстрее до Думы. А без них никак. А вот без них как раз лучше, все правильно же ты говоришь. Как это без них лучше? А они зачем? Законы принимают. Чего принимают? Ты слышал? Законы. Какие? Какие? По которым ты живешь, и я живу. Я живу по законам гор. Я живу по законам гор. Это как? У тебя как? Автомат здесь? Семья, родители, дети. И все, и больше никто. Ну вот как тебе, вот смотри, вот они едут вот по этой полосе. А хочешь, давай вот попробуем встать в эту полосу, встанешь? Не буду. А зачем? Как зачем? А я как все. Что как все? А они? А они не как все. Мы едем как люди, а они как хер на блюде. Вот и все. О, смотри, сейчас нас арестуют. Да, да. Смотри. А-а-а-а, все арестовали, блядь. Все. Помер Максим, и хер с ним. Все, арестовали наших коллег. Ну что, Ира, арестовали вас? Да, отлично, отлично. Слушай, тут полдороги перекрыли, сейчас поедет какой-то слуга народа. Снимайте. Вон он едет. Да, полдороги перекрыли, причем поедет из нашей стороны, то есть сзади. Да. Это из одного вот это все. Ну, я не буду называть фамилию за кого, но вот это все из-за него. Обалдеть, блин. А ты думал? Вот мы едем нормально же. Вот сейчас он поедет один. Полдороги. Ни хера себе. Это там все что, стоять сейчас будут, вот с той стороны? Ну и что? Как, ну а они что, не люди, что ли? Ну тебе что, стоять? Вот? Вот тогда, блядь. Полчаса тебе, чтобы делать погоду? Да, демократия. Вон она, нихуя. Вон она, бля, вот это да, блядь. Вот это я скажу, ничего себе. Километров 160. Это из одного Козлодоева такая вот. Вот такая вот. Вот так нехорошо мы тут пристроились, да? И это все. Это вот тут такая херня постоянно, что ли?
Ну а почему нет? Обалдеть. А вон они чем, вот этого попугая испугали, блядь. Ведь стоит, представь, он деньги получает. За что? За то, что он просто стоит, блядь. И представь, деньги за то, чтобы ты не въехал на эту полосу. Да-да-да. Серьезно? А то. То есть он не то, что движение охраняет? Он охраняет, чтобы ты не въехал на эту полосу. И но все. Это полоса особая. Это для особых людей. О, ты что, ты вот. А почему нет? А вот я не хожу голосовать из-за этих особых людей. Вот из принципа не хожу голосовать. А толку-то ходить голосовать? Вот смотри, вот я не ходил голосовать, а все равно большинство проголосовало. Я не ходил голосовать, жена моя не ходила голосовать, дети мои не ходили голосовать. Ну все, все у нас, слава тебе, Господи. Все выбрали, все хорошо. И явка 120%. Ну ты не живешь жизнью народа просто. Я? Да. А я кто? Кто? А я не народ, что ли? Это, он не значит народ, а мы не народ, да? Да. Ага, ну, хорошо. То есть, в смысле, и они народ, и вы народ. Да, да, да. Вон он поехал народ с мигалками, да. И что? В жопу им вставить эту мигалку, и все будет хорошо. Ну, пусть едет, ему кто? Надо. У него... Зачем? Нет, а зачем у него в 10 будет там, я не знаю. Чего? Пленарное заседание? Да. Да, 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 да. Нет, а если он не приедет, что изменится? Ничего не изменится. Как хорошо я здесь не живу. Инженеров не знаю, сколько надо, да? Ну, привыкнешь. Через год уже нормально. Не хочу, не хочу. А ты слышал, что в какой-то день чиновников мэрии, ну, всех городских чиновников пересадили, ну, попросили приехать не на машинах, а на общественном транспорте. Да, и некоторые даже приехали. И что, на все автобусы мигалки поставишь, что ли? На метро. Да ладно, болтать-то. Да я тебе серьезно говорю. Чего там? Все сигналят, как будто у меня нет сигнала. У меня тоже есть, вот он. Не слыхать? Дай-ка. Опа, работай. Как Москва? Москва? Убитое время, дружище, я тебе скажу. Вычеркнуто из жизни, так сказать. Давай, третий дубль. Давай. Про Москву. Ну давай, еще про Москва. Замечательно. Потерянное время, убитые деньги. На бензин только потратился и расстроился. Честное слово. Порядка никакого, дружище. Нету никакого порядка. Это нет порядка. По расписанию ничего не делается. Все на авось, на волю случая. Есть пробка? Не успел. Нет пробки? Успел. А у нас здесь все размерено, дружище. Автобусы ходят по расписанию. Люди на работу вовремя приходят. Никто не опаздывает. И нет алиби, что была пробка. Ну, потому что... возьми его после этого в Москву, а зачем? Да? А не мне надо в Москву. Я не хочу в эту Москву. Мне придется. В следующей серии ты будешь убирать мусор, между прочим. За деньги. Опять за деньги. А как же? Надо помогать за деньги. Заработать денег и прийти здесь шикарно, как бросить, сказать. Московский. Не патриот, нифига. Прощайся давай с телезрителями уже. Хорошо. Туда надо смотреть, вот сюда. Давай вместе. Да, до свидания. На хором давай. Еще, да, встанем на тумбочку и поправим галстучки. Ну давай. До свидания, дорогие друзья. Нет, пока мои. Раз, два, три, давай. Давай. Раз, два, три. До свидания, дорогие телезрители. И гости столицы. Мы к вам приезжаем на выходные, а вы к нам на всю неделю. А насерите в душу, блядь, на всю неделю мне. Москва и москвичи. Да, Москва пообщалась с деревней, все. Да это вы ходите по улице, вы плюете везде. Правильно, потому что урна от урны очень далеко. Если будем плевать до каждой урны, в кого не попадешь. А здесь плюй куда хочешь. Посикал, травка заколосилась. Покакал, рожь поднялась. Да, земля на дуру, милый мой. Ей говна, она тебе добра.